как доказать? Я клянусь тебе, ну вот. Все понятно, читер, да? Мы так еще трёхи. Всем здорово, чуваки, с вами Варпач, Кофе Алекс, и сегодня у нас замечательный радужный маньячок! Да, друзья, всем привет! Хэлло, братишки! Прям в самом начале хочу пожелать вам приятного аппетита, запасайтесь вкусными печенюхами и приятного вам просмотра! Сегодня будет очень интересная карта, я вас уверяю. Ваш инвентарь до сих пор пустует? Пора это исправлять. Elite Case представляет. Бесплатные кейсы каждые 24 часа. Ежедневный бонус в размере 10 рублей. Частые промокоды. Все это и не только на elitecase.net. Бандиты, надеюсь, вы заметили, что мы играем сегодня в классического стандартного маньяка, тот, который когда-то был. Вот, у нас сегодня в команде я, Олег и, конечно же, подписчик. Я у вас тоже есть, я есть у вас, ребята. Короче, первый маньяк сегодня у нас это Саня, ну, по стандарту, да, по классике. Вот, и я думаю, что нам пора... Пойдем, Олег, покажу, Стой, надо сделать самое главное, вот так вот. А, точно, подожди, да, точно, я совсем забыл. Кирюха! Олег, вот сюда, я прыгаю сюда. Только тихо, потихонечку. Мы здесь уже это меточки поставили. Ну что, алкоголики итальянцы, вы готовы увидеть мой зем? Да, да, давай, сюда. А это кто? Банана? Нифига, он сразу уже бананаса нашел. А где ты, Саня? Тут вообще план Б, ЦВГД есть какой-нибудь? ЦГД нету, даже Б нету, я тебе больше скажу. А ну стоямба, банан. Тут вообще никак не выйдешь. Кроме банан, этого. Стоямба. Вот это делай, Олег. Стоямба, банан. Сука, стоять, блядь, банан. У них там шоу панихило какое-то. Стоять. Так, Сань, скажу честно, я тебя разочек увидел. Ну вот, давненько совсем. Да. Нам всегда можно встать, смотри, я справа, например, да? Да. Там, как я не знаю. Санька здесь не хватает, вот именно, меня он даже посередине. Уже. Они просто бегают. Подожди, Олег, пойдем. Сколько времени у меня осталось? Три минуты. Вот это было вообще очково. Вообще не по таймингу. Вообще не по таймингу. Где мы? Где? Ты проверь бассейн, Саня, аккуратно проверь бассейн. Бассейн. Зачем не сказал? Проверь бассейн, Саня. Так, Александр, бассейн видишь. Чё? Где? Так. Чё? Просто, Саня, ты слепой. Саня, сука, ты слепой. Пошёл отсюда. Уйди. Где Олег? Уйди. Нет Олега. Убей, не скажу тебе, где Олег. Скажи, где Олег. Убей меня, я не скажу, где Олег. Скажи, где я, скажи, где он в доме. Где точнее? Я не знаю. Точнее сказал. Я когда умру, могу тебе точнее сказать. Веди меня к нему. Это нифига не стандартный маньяк, Саня. Веди меня. Сука! Я видел, куда ты побежал. Куда я побежал? Вы, конечно, как без таких слепые. Первый зашел в дверь. Вы понимаете, где я стоял? Вы заходите просто в дом, я стою слева от двери, вы проходите, не замечаете меня. Причем я специально спас тебя, Олег, Я просто побежал. Я специально побежал, да, я также побежал. Так, а где Олежа, сука? А не попадешь, там черная штучка такая. А если я постреляю по голове нормально? О, в смысле? А, он сбоку подошел к тебе. Не, я выиграл. Да, и сквозь чу... Я понял. Да чего он, чего у вас творится? Ребята, пойдемте, у нас осталось 20 секунд. Давай, погнали. Саня, ты обещал показать нычку. Окей, я иду. Так, я понял. О, шарик, что ли? Шарик? Шарик? Шарик, реально, ребята, тут... Ой, блядь! Подожди, я нечаянно... Я ноуклипнул, чтобы вылезти. Ну что, я застрял? А где это? Ребята! А Саня где? Саня где? Подожди, а как тут? Вообще? Саня, ты где? Саня, ты вокруг дома бегаешь? Он дельфин. Сука, на туре дельфин. Подожди, я пока поищу, как туда... А, я знаю, как здесь... Подожди, здесь проход. Стой! Я предупреждал.
Подожди, чё, вы там друг друга рассекретили, что ли? Нет, он просто бежал прямо навстречу к маньяку. А, подожди. Лёх, как ты туда попал? Я попал круто, я сейчас к тебе рядом приду, подожди. Так как вот ты туда? Где маньяк? Ты главное в телепорт не попади, телепорт тебя... Я вот сейчас вот в телепорте. Подожди, я вот боюсь. Я вижу. Он выберется все равно только через ту комнату. Так, у меня есть время. Тайминги. Я знаю. Он что, не знает, как вылезти? Ты что меня стреляешь, эй? Это Олег Калашин. Так, подожди. Вот. Так. Отличненькое место. Это просто топ. Вот это вот топ жир in the world, мне кажется. Вот, так, смотрите. Маньяк тебя. Пришел маньяк. Ну-ка, он ну-ка. Он тебя сейчас рассекретит. Смотри. Мне кажется, это ГБЛ. Подожди, он что не... Он... Просто, понимаешь, некоторые не знают, что есть нычки, которые надо на Е нажимать, а есть нычки, которые просто лазишь. Так, Кирюх, вот зря сказал, вот зря. А он не знает, что туда... Там надо тоже Е нажать. Там тоже надо Е нажать, чтобы сообразить. Там есть телепорт, есть про... Телепорт, да, он на телепорт. Он на телепорт, отлично. Ой, отлегло так, ой, отлегло. А, давай ему скажем, хочешь чердак. Хочешь меня ненавидеть? Нет, хочу тебя любить. Лучше давай по-дружески это. Я тебе как бы по-нормальному хочу, нормально все. Не надо. Я не то, что любить тебя хочу. Ну ты понял, не любить. Киски. А, так, подожди, он сейчас догадается на чердак? Слушай, ну чердак это слишком палевная нычка. Второй этаж надо было сказать. Так, а где он? Его кто-нибудь видит вообще? Он на первом этаже ходит, он что, не соображает, что ли? Алло, дядя, поднимись чердак. Повыше. Алло, дядя, да-да. Алло, дядя. Так, алло, да-да. Это подсказочка. Ну-ка, повыше поднимись, брателла. Он вниз вообще пошел, говорят повыше, а он пониже спускается. Он думает, что это типа я что, бачу? Ты думаешь, это развод типа? Но это не развод, понимаешь, это настоящий. Я много нычек повидал. Да? Ну сейчас ты покажешь нам много нычек. А не демоночка. Так, подожди, это я пошумел, походу, да, это я пошумел. Ну, может, он просто перепутал чердак с этим... С пердаком? С пердаком? Потому что он ходил в сортир. Так, подожди. Он где сейчас? Я, ну, я... Вот он сейчас поднимается, вот он сейчас на первом даже сейчас поднимается. Скажи крыша. Во. Смотри. Разыскивает. Опачки. Опа, где я могу быть? Где? Опа, здесь нету. И там. Там нычка нету. Есть. Там нычка есть. Там она ведет на свободу, короче, на туда. Свободу. Туда на свободу. Ну нахрен, короче, я понял. Пускай он там сидит, хорошо ему все. Бодренько, хорошо, здоровенько. Я пошел нахрен отсюда. Я вот спрячусь сейчас. Подожди, он где-то здесь же, да? Он все нычки пооткрывал, вон там вся детская площадка он перерыта. Знает, почти, он подожди, все знает. Я сейчас вот так сяду и вот так, буду сидеть. Кирюх, вот он сейчас идет прям в ту сторону. 8 секунд. Вот тихо. Он видит меня? Он видит меня! Отлично, я понял. О, ну меня-то он уже не достанет. Нет, братан, меня так легко не взять. Ты не успел меня найти, я выиграл. 5 минут я прожил. Отличненько. Наш многоуважаемый подписчик решил еще раз побыть маньячком. Он сказал, ему понравилось, и мы тут граффити ему нарисовали, как петух петуха лежит. И дом называется Виу Пидризетти. Пидризетти, короче. Погнали. Так, погнали, ребят. Нычка. Паркур, нычка. Пойдемте покажу. Паркур, нычка вот здесь вот. Там надо запаркурить наверх. Вот, и тогда мы сможем там спрятаться. Главное не упасть. Окей, мы раз 20 идем, да, как я понял? Да, мы... Ой, раз упал... Ой-ой-ой, нас 20 блядь. Секунд. Товарищи. Ой, слушай, там реально... Ел. Ой, подожди, так, стоп. Так, 13 секунд у нас осталось, ребят. Бля, блин! Давайте быстрее. Мы паркурщики-неудачники. Ребят, все, тихо, сидим за углом, тихо. Короче, я в сортир. Залез? Да, отлично, да, красавчик. Да, да. Куда идем мы с тобой? Подожди, Сань, давай просто посмотрим за его действиями, Сань. Просто давай посмотрим, где он. Так, а я его не тихо. Вижу, он на детской встал. Площадке, он на детской а площадке. На детской площадке. Он пошел вниз с детской площадки, Сань, мы можем успеть. Сука! Он там? Он на детской площадке. А если в мусорку залезть? Если в мусор просто... Ой. Мне кажется, он заметил. Хана, габы. Ну дай посмотрю. Не. Точно? Сань, не шуми.
Так, ребят. Олег, передавай нам информейшн, мы будем пытаться забраться. Нифига, я не вижу его. Ну, а где... вот вижу, вижу. Он сейчас зайдет, скорее всего, в дом. Да, он заходит в дом. Отлично, отлично, Саня, зашел Саня, 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 это наш шанс. Да сука, мать твою, а! Блять, да что он такая скользкая, сука? О, отлично! Пацаны, давайте быстрее! Ой, да, хорошо. Ты... Ой, все, я забрался. Тебе, может, ой, я забрался, отлично, хорошо. Ой, хорошо. Пустите мне веревку. Кирюх, напиши это, пока Сань не может залезть в чате, что он там снизу. Он, по-моему, сейчас подождет. Он сейчас оббежит, мне кажется. Подожди, где маньяк? Мне страшно, когда я не вижу его. А подожди, а Саня залез, что ли? Да. Ты дебил. Саня, ты, Сань. Я упал. Олег, чтобы он тебя убил. Саня, зачем ты открыл эту дверь? Ты в другой спрятался? Пусть будет открыто. Ты в соседней спрятался или нет? Не-не-не, пусть будет открыто. Ну, Олег, пока я его не вижу. Где он? Это где? Это в доме. Это в доме. Дайте инфу. Маньяк! А что такое ты будешь делать? А что, Вич? Мне кажется, знаешь, это обычная ситуация. Он просто не заметит даже подмены, что что-то тут не так. Просто прикинь, выходит, а у него тут донат. Саня такой крадется. Беги, беги, беги. Тихо. И он не заметил даже, серьезно. Может быть, заметил. Он может, виду не подает там. Смотри, он через шар, скорее всего, а, смотри, смотри, он заметил, заметил. Он просто думает, как нам забраться сюда, да? Подожди, подожди, через шар. Нет, нельзя, хорошо. Я куда он пошел? Куда он пошел? Куда он пошел? Он паркурить пошел. Он пошел паркурить. Да, он пошел паркурить. Так, надо срочно ливать. Так, срочно. Я в дом пошел. План. Я в дом пошел. Нужен план. Паркурить он умеет. Он запрыгнул! Он запрыгнул! Я в доме, тихо, ребят, тихо, еще тихо. И на чердаке. Он запрыгнул! Тихо, 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 тихо! Оп! Алле, оп! Так, подожди, подожди! Оп! Быстрее, 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 быстрее! Так, куда? Так, так! Куда? Я не знаю, я на кухню, я на кухню, я на кухню! Да что я такой неудачник-то, блин? Закрывайся! Ребят, че я на чердаке? Я на кухне. Подожди, я дверь закрою. Как же повезло! Ой-ой-ой, подожди, сюда пройти. Сюда пройти можно. Блядь! Олег, сюда, 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 Олег, сюда! Под стену, под стену! Олег, под стену! Под стену! Олег, вот сюда, вот сюда! Пока там за Саней бегает, Сань, делай! А все, не, я в Саней. Вот сюда, Олег, сюда, пайком! Вот он пробежал! Тихо! Где он? Тихо! Где он? Где он? Да он из дома выбежал. Пойдем, 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 пойдем. Ай-яй-яй, он из дома. Под лестницу, окей, 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 все, закрываем, закрываем. Тихо, тихо, тихо. А, он за домом бегает, все, ну мы победили. Это. Ты че, пугаешь ты меня так? Я думал, он убил нас. Смотри, вот он стрелял сюда только что. Отлично. Мы победили. Мы победили. Хоть разочек-то можно нам победить. Сегодня наш подписчик просто изъявил желание играть. Ребят, и сюда. Играть по этим маничкам. Ребят, сюда. В дом, в дом, в дом, в дом. Куда, куда? Куда? Быстрее, 5 секунд. Так, тихо. Закройте за собой дверь. А как? А, все, отлично, отлично, отлично. Вот это кайфовое, кайфовое. Есть запасной выход. Знаете, чего не хватает? Не хватает вот этого. Где, а где ты нарисовал? А, во, хорошо, я понял. Теперь прям вообще по кайфу. Ну, кто вот это? Тихо. Он в дом забежал. В дом забежал, но он не знает. Подожди. Он тихо, тихо, тихо. 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 Я думал, он нас нашел. Тихо, тихо. Прям поверил. Бежим, полундра! Пацаны! Срочно, эвакуация! Срочно! Срочно! Эвакуация! Олег, Олег, куда? Помнишь, Олег, 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 кухня, 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 кухня. А что там на кухне? Я на кухне. Я в доме, я на кухне. А, вы под лестницу побежали? Давайте под лестницу, реально. Тихо, тихо. Ой, втекай! Нет! Пожалуйста. Вы были мне как братья, что ж вы кинули меня? Кирюх, сиди там. Я сиди сижу. Там и не вылазит. Так. Не текай с города. Хорошо, тихо. Тоби хана. Так, он это... О, лестницу проверил, ой, хорошо, что я туда не пошел, а. Мне кажется, про эту нычку он просто не знает. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, на второй этаж пошел, да? Вот он сейчас на крыше, да, вот на чердачке. Давай сразу дам ему подсказку. Первый этаж. Сразу? Да, а чё нет? 2-3-7 он все равно не найдет. Надеюсь. Так, надеюсь. Ты так себе надеюсь, уверен? Не, нет, я не... Тихо, так, так. Так, он, знаешь, такой прошел такой... Ты-дин, ты-дин, ты-дин. Вон он что-то ищет. А как он понял, что мы сидим-то снизу там? Вот, нет, я не знаю. Мне кажется, Саня головку за свою засветил.
походу, да. Потому что Саня, когда это был там, он такой хоп, голову увидел, сразу спрыгнул и пошел. Хотя он может играть с читами, кстати, что немаловажно. Можно прописать определенную команду, я ее говорить не буду. Ты видел, как он смотрел? Я видел, как он смотрел, кстати, сейчас. Вы тоже, да, обратили внимание? Он четко на мой худ посмотрел. На мой худ вроде все. Он посмотрел на мой худ. Ну это странно звучит, но реально он посмотрел на мой худ. Вот даже сейчас это, повторчик можно глянуть, вот перелистать назад и посмотреть. Он такой идет, такой хоп, посмотрел на худ и понял, как оббежать и дойти до меня. Варпачитер. Я понял, подожди, мне интересно сейчас поговорить будет с ним. Подожди, зайди за Т. Чувак, ты эти читы юзал? Ты четко на мой худ посмотрел, и до этого ты Саня на худ посмотрел. Не знаю, как доказать. Как доказать? Я не знаю. Ну, мы видели, что ты худ это включил. Честно, парень, по голосу слышно. Да по голосу слышно. Я реально нычки чек. Ты такой бежал, такой хоп, такой худ увидел, прям на меня навелся и пошел оббегать, так прям видно было на записи. Все понятно, читер, да? Мы так еще трёхи. Но мы-то поверим, это ты уже ребятам объясняй. Ну ладно, хорошо, весело поиграли, хорошо. Все, что ли? Ну что ж, друзья, надеюсь, вам понравился такой маньячок. Если да, то обязательно поставьте лайкусик, напишите свой комментарий, какой вам нравится, где много народу или немного народу. Короче, мы от вас ждем большого-большого фидбэка, ну то есть обратной связи, кто не знает. Вот, не забывайте подписываться на наши каналчики, все нужные для вас ссылочки находятся в описании, также на карту тоже ссылочка будет в описании. Всем удачки, всем покусики, братаны! И пока-пока! Покусики, ребят!